бета-тестирования смарт-контрактов. Государственный банк Индии планирует провести тестирование пробной версии смарт-контрактов, основанных на технологии блокчейн, уже в декабре. Эксперты отмечают, что эти инновации могут повысить эффективность и оптимизировать работу многих финансовых компаний. Глава отдела инноваций SBI Судин Бараокар сказал: «Смарт-контракты можно использовать для многих внутренних процессов. Сейчас проводится много закупок, часть из которых можно было бы реализовать с использованием технологии блокчейн».